Всем привет, дорогие зрители, с вами снова Акасия, канал «Недвижимость в Турции», Парадайз, Алания. Я приехал в район Каркаджак, здесь строится хороший, качественный проект на рассрочку. Блоки вроде уже построили, состоит из двух блоков. Первый блок почти готов, сдадут в эксплуатацию этот проект в апреле 2022 года. Но в договоре прописывает до конца июня, 31 июня. Вдруг возникнут какие-то форс-мажорные ситуации в мире, и вот такой у них договор. Здесь из инфраструктуры будет открытый бассейн, сауна, фитнес, детская игровая площадка, теннисный, баскетбольная площадка и детская игровая площадка. В этой стороне будет открытая парковка. Тут у нас дорога, которая идет в сторону Махмутлара. Также, если повернуться налево, там улица Каркаджака, которая соединяется с улицей Махмутлара. Расстояние от моего места до воды Средиземного 520 метров максимум. Здесь продаются как двухкомнатные квартиры. Хочу показать, что ветер, надеюсь, позволит. Так, в блоке А у нас остались 2 плюс 1 трехкомнатный от 7,4 квадратных метров. Здесь цена 76 тысяч евро на трехкомнатную квартиру. Двухкомнатная осталась одна квартира, 62 тысячи евро на втором этаже. Вот это второй, третий, четвертый, пятый этаж. Дуплекс двухуровневый. Двухуровневая квартира есть 4 плюс 1. И минимальная цена 4 плюс 1, вот 130 тысяч евро. 15 месяцев рассрочка. Предоплата здесь у нас минимум 30%. А потом гибкий график. Вот. А 4 плюс 1 140 тысяч евро вот это. У него вид, наверное, покруче, чем у него. Так, я поднимусь сейчас на проект, покажу вам планировку. 3D фотки и видео, все будет показано в ролике. Так, в Б-блоке цены подешевле. Там начинается 1 плюс 1 с 58 тысяч евро. 2 плюс 1 стоит 75 тысяч евро. Все продано, видите, красным показано. Так, все, сейчас я поднимусь в этот блок и покажу планировку одной квартиры. Все планировки, фотки могу отправить лично вам в Telegram, Viber, WhatsApp, куда желаете. Так, начинается. Там был цокольный этаж, инфраструктура будет внизу. Это первый этаж, как второй этаж. Значит, вот двухкомнатная квартира. Входим. С левой стороны у нас санузел. С правой стороны гостиная, совмещенная с кухней. Так, а тут у нас спальня. Как минимум 10 квадратных метров, тут 10-50. Отсюда вид на горы. Кому будет интересно, любая квартира из этого проекта, могу прийти на место, отнять прямую трансляцию. Так, здесь будет лифт, два лифта, кажется. Два места. Здесь у нас 2 плюс 1. Это хозяйская спальня. Вот море видно. Вот за этим зданием, отелем, у нас море. Вот море. Так. С этой стороны также есть отель и резиденции. Жилые комплексы. Вот здесь у нас санузел хозяйской спальни. В этой стороне дополнительная спальня. Потолки, видите, тоже высокие, не маленькие. С левой стороны дополнительный санузел. То есть главный санузел от квартиры. И тут будет у нас установлена кухня.
Вот, дорогие зрители, просторная гостиная, не маленькая. 7-6 квадратных метров, кажется, трехкомнатной квартиры. Забыл уже. Вот такой балкон. Насчет планировки, север, юг, запад, сторон, обращайтесь, я все посмотрю и вам отправлю всю информацию. I'm fed up with changes. Come pick me up, cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face where ever I look, she's standing in the crowd. So let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. Cause I just wanna see the light. I'm so sick of waiting and getting too restless to be.